Жюри индийского конкурса красоты отдало победу пермячке. Елена Колупаева стала обладательницей титула «Миссис Супермодел 2019». Среди ее соперниц были девушки из разных уголков нашей планеты. Но высокая стройная блондинка со светлой кожей и голубыми глазами покорила не только членов жюри, но и зрителей, а также многочисленных представителей СМИ. С русской красавицей и любительницей индийской культуры встретилась Елена Яговцева. И слышишь, Раша, это так приятно. Елена Колупаева представляла Россию на конкурсе красоты в образе царевна-лебедь из сказки Пушкина о царе Салтане. Роскошный костюм, созданный известным пермским дизайнером Игорем Касьевым, обворожительная улыбка и умение держаться на подиуме покорили абсолютно всех. Но победу принесла необычная танцевальная композиция. Девушка вышла на сцену в плаще, на котором красовались надписи «Я некрасивая», «У меня лишний вес» и «Я не верю в свои возможности». После нескольких па модель как бы сбрасывает старую кожу и превращается в красивую раскрепощенную женщину. В общем, своеобразная интерпретация еще одной известной сказки «Гадкий утенок». Моделью можешь ты не быть, но человеком стать обязан. По словам Елены, правильные черты лица, хорошая фигура и походка от бедра – это лишь половина успеха. Культура поведения, коммуникабельность, умение себя правильно преподать и хорошее образование играют не менее важную роль. Девушка участвует в подобных конкурсах с 11 лет. Среди титулов и «Мисс Прикамье», «Мисс Пермь», «Краса Урала», «Мисс России» и много других. Параллельно девушка успела получить 3 высших гуманитарных образования. Елена с уверенностью может сказать, залог успешной, насыщенной жизни – сочетание как внешней, так и внутренней красоты. Ты должна знать и уметь, как себя презентовать, как себе рассказать, как, соответственно, одеться, выглядеть и грамотно выстроить речь о себе. Все женщины, да, вот в плену своих комплексов не видят истины своей какой-то природной красоты. И, может быть, в силу вот общественного мнения, этих стандартов, даже не обращают на себя внимания, насколько прекрасны. Победа в индийском конкурсе красоты принесла Елене Колупаевой немало радости. Помимо выступлений, она вместе с другими моделями принимала участие в благотворительных акциях и социальных проектах, направленных на защиту экологии и отстаивание прав женщин в стране. По словам девушки, немало обогатились ее знания жизни и внутренний мир. А видео и фотоальбомы пополнились кадрами путешествий по таинственной и загадочной стране. Елена Яговцева, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.